Праздником. Привет. Здрасте, здрасте. Какой праздник? Сегодня у Галаянчика день рождения. Днем рождения тебя. Галаянчик, днем рождения Чего тебя. У тебя порвано там под мышкой. Побрыли все, попшикали. Да? Ты рад, что смотри, я всякие вкусняшки взял. Рад. Пойдем там этот, будем раздавать сейчас вкусняшки. Будем веселиться, радоваться. А? Кайфоваться, готов? Готов. Нет у тебя другого одеть? Нет, у меня дома все грязные. Вот ты именно на мой день рождения решил. Вот эту. У меня дома. Да? У него все порвано потирает, там под мышкой. Высохни, билетка. Высохни, что для кухни. Ну ничего страшного. Самое главное не прикид, а самое главное движение. Женя. Движение, жизнь. Жизнь. С днем рождения, скажи. С днем рождения, Галаянчик. Поздравления сделай. Поздравляю, с днем рождения тебе. А он официальное поздравление позже сделает, да, Сергей? Вадик, дядя Дагестанец, ешь шарики мне. Конечно. Дядя Дагестанец, со мной даже полиция ходила. Как не понятого брали. Даже у этой. Я боюсь ходить. Вадик, мы даже спали на вечном огне. Куром не вызывали. У меня давление было. Зачем вы спите на вечном огне? Что вы прикалываете? Нет. Мы уснули. Смотри, Сержик. На, тебе сок. Сок, спасибо. Смотри. Всякие разные вообще. Чертолюшки, вкусняшки. Это сейчас будем все раздавать. А? Попить можно. Конечно. Нужно. Вот, Сержик, смотри. Сколько я на свой день рождения взял всяких вкусняшек. Сейчас будем раздавать детишкам. Вот так вот. Будем раздавать детишкам, женщинам. Поздравлять будем. Да, вот здесь всякие шоколадки разные. Такие всякие разные Милка. Все его дела, ла-ла-ла. Так что сейчас пойдет все это на раздачу. Будешь помогать через дня рождения? Дня рождения. Да. Давай, будь... канистру пока положишь куда-нибудь в сторону. Все, она тебе уже не нужна. А? Не нужна, конечно. Нет. Сиди ровно, вот так не горбать. Во! Как мужик. Я скупалась вообще. Нормальный ход пароход, да? Да. С днем рождения, Галая! Спасибо, спасибо, Сережа, спасибо. Ну вот, в честь дня рождения, дорогие друзья, решили купить всяких вкусняшек и раздать детишкам, женщинам, ну, порадовать бабушкам наших. Порадовать немножко и добавить немножко красок. И спасибо, друзья, всем за поздравления. Видел очень-очень много поздравлений. Было очень приятно. И, друзья, мне исполнилось от 20 до 30 лет. Сергей Галаян, дорогие друзья. Смотрите дальше. Вон бабушка. Давай, бабушке, а? Бабушка. Бабушка, здрасте. Скажи, честь дня рождения. Вот, дай бабушке шоколадку. Вот шоколадку для бабушки. Скажи, честь дня рождения. Бабушка. Возьмете шоколадку. Возьмите. Нате, Тетя, возьмите. Спасибо. Спасибо. Возьмите. У нас сегодня день рождения, ну, мы немножко разгуляем. Давайте женщина, я женщина. Вам что-нибудь. Да не надо ничего. Давайте не надо. Я вам могу. Нет, да, нормально. Нет, все, не дайте. Надо. Спасибо. Дайте, я кушаю. Я не могу. Шоколадка. Помидорами кушаю. Счастья вам и здоровья. Спасибо, вам. Спасибо. На долгие годы. Тетя, мы успехом во всем. Очень приятно. Юбка, вся годовина, когда выходил с автобуса. Нахуй. А, ты сейчас ты расскажешь. Тетя, спасибо вам. Дай Бог вам здоровья. Всего вам доброго. Спасибо. Ну и сам пойду. Она уже приняла, женщина. Ты ничего не проси ни у кого, не Сережа. Надо. Ни у кого ничего не надо. Проси. Не надо. Это женщина дала. Крестная мама. Это мать ее. Куда огурец засунул? Карман, чтобы ты сгладил. Вот ты хитрец, а? Дядя Дагестанец. Хитрец, рыбец. Что ты хочешь? Сладкое? Конечно, возьми, заточи. Заточу. Без его проблем. Это крестная мать пошла. Чуть квартира не ходила. О! Скажи, девчатам дадим, да? Девчата, девчата, девчата. Девчата, можно вас угостить
это соседи наши. Вот это фишка у тебя не прекращается. У тебя все соседи, да? Да. Присаживайте. Ты имеешь в виду в городе, да? Мы все соседи же? Да, соседи. А зара нет. Можно взять домой это. Можно вот эту зебру взять? И вот это, и вот это, и вот это. Можно, мы тебе наложим. Наложим, в конце наложим. Пойди, сначала давай. Доброе дело сделай. Мы тебе наложим обязательно. Бадик, меня теперь здесь не обижают, не тарат. Все больше не обижают? Нет, они меня предупредили за дочку, кто сидевшая по малолетке, педофилам. А тебя-то что? Сережа, не надо плохие вещи. Сегодня день рождения у Сергея. День рождения тебе. Официально? Блин, вот это капец, конечно. Ничего, дождем. Это вентиляция. А как ты, вентилировали тебе или что? Как так получилось, что так получилось? Я одеваться стал после этой купания, разорвал по нечаянию. А ты потому что, видишь, уже немножко поправляться начал, да? Да. Можно вот это домой взять? Да, и вот это. И палочку. Дай мне кулечек. Да потом мы тебе дадим все, не переживай. Дадим сладкое, да? Да. С днем рождения, Галаян. Спасибо, спасибо. Вот, возьмите, пожалуйста, у меня сегодня день рождения, просто не раздаем. Не бойтесь, будут, это у меня день рождения, я же от себя сюда. Возьмите, пожалуйста. Ну, поздравляю. Спасибо. Днем рождения. Все. Что это, все? Это соседи наши живут. Еще, еще, Серег. Девушка, девушка, подождите. Девушка, возьмите. Подождите, возьмите, пусть он. А, ну или ну, подать, Сережа. Возьмите, девочка, возьми. Будешь чаем дома пить. Дай Бог тебе здоровья. Тетя, возьмите палочку. Возьмите, возьмите. Возьмите. А ему нельзя. Нельзя, ему нельзя, потом... ему нельзя, нельзя. Нет, нет, нельзя. Ему такой не ест, ему предлагал. Никто не хочет брать. Это жесткое? Дрозлые. Пожалуйста. Потом, потом, потом. Давай всем пустые пакеты. Вот это. Идем попробуем. Может, здесь шарики, не шарики не надуем, вот сюда привяжем, красиво будет. Не надо, мы зараза, чепушак. За что? Говорит, дочка, сигаретами попрожечь. Линка здесь крутится. Шарики, что ли? Да, она сигаретами курит ночью. Там из... Вот здесь парочку, вот один здесь шарик. Красиво, не надо, она попрожжет. Давай надуем. Не надо, она и пополопай, не надо, не надо. Давай надуем. Не надо, я дома. Ладно, ладно, да мы тебе тоже дадим. Подожди, дома попозже. Тоже надуем. Попозже, попозже. Попозже надуем, да? Да, я дома надую. Пусть, надо. Пусть хранилище лежат спокойненько. Вадик, меня мусора потом гоняет. Из-за волокиного отца гоняет. Мусора гоняет. Вадик, здесь, кстати, полиция ходит. Меня предупредили, чтобы эти воры не лазили в магазин. Замки не ломали. Тетя, бабушка, бабушка, тетя, возьмите, 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 бабушка, возьмите, подарок вам даю, спасибо, золотой, тетя, спасибо, 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 спасибо вам, спасибо, хорошо, дай Бог здоровья вам, спасибо, это наши армяне, соседи наши живут. Вот эти тесёмки. Ну, Серёжа тоже. Дай денежку. Ну, сладкое. На, вон это отнеси. Сладкое дай. Тётя, возьмёте? Какая тебе тётя? Тётя, возьмите. Здравствуйте. Дай. Девочки, возьмёте? Вот, я там мальчик. Нет, нету их пока. Дядя дагестанец, никому нету. Может, мне раздавать? Давай раздадим. Давай, я выдаю. Ты присаживайся, я тебе скажу, когда старт. Хорошо? Хорошо? Хорошо.
Можно? А то что-то ты резко... Редко-редко здесь. Редко-редко, я говорю, резко ты что-то. Редко-редко. Можно бабку забрать? Домой потом покушаем чаем. Конечно. И палочку можно взять домой? Конечно. Еще что возьмешь? Вот это. Бадик, здесь Ленка и Гависка здесь крутится. Тетя Вера. Давай ей вас передадим, тетя Вере. Не надо, она здесь Гависка книжечки носит. Ну вот дадим, чтоб книжки не носила. Она и днем, и ночью здесь крутится. Она с Бомбовичем, с матушкой здесь. Вот. Крутится. Рубомбовичем? Да, дядь Басин, на крутой машине. Затемненные стекла, без номеров. Это уже на криминал похаживает. На криминал покажи. Это похаживает на криминал. Это очень жестко. На криминал. На криминал, на криминал. Можно кому-нибудь. Вот, дай. Тетя, здрасте. Тетенька. Тетя, здрасте. Здрасте, комбат. Девочка, возьмите, возьмите, возьмите. Спасибо. Это подарок от Украины. Люди приехали. Спасибо. Украина. Вам привезли вчера гуманитарную помощь. Самолетом прислали украинцы. Ночью пришел поезд. Тетя, вообще до ночи пришел поезд. С Украины? Да, ночью поезд пришел. Это с Украины все? Да, все с Украины. А с Армении нет? Нет. А я думал, я с магазина это купил. Вот, да, может, это. Халву возьму. Чаем попьем. Так, 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 детишки, подходим, подходим, подходим. Идите сюда, идите. Идите. Идите, идите. Давай, вкусняшки. Давай, давай, давай. А где, куда они убегали? Тоже подходите. Это у нас в честь дня рождения, мы поздравляем. Спасибо. Всякие приколюшки, мальчик, здравствуй. С праздником тебя. Спасибо. Мальчик, здравствуй. Праздником тебя. Вот праздником тебя, мальчик. Праздником. На, праздником тебя сегодня. Среда. Подожди. Тоже несушка, не слышно. Кто там сидит? Вот. Подойдите тоже. Подойдите. Кстати, вон. Спасибо, берите. Оп. Да-да-да, там два раза один. Пожалуйста. Бабушка, возьмите. Бабушка, мой подарок. Спасибо. Спасибо. Бабушка, что делать? Я тут не остался. Да, ну дай здоровья. Помогите. Я жизнь и здоровья. Даже не думай этого. Дай Бог вам здоровья, бабушка. Вадик, это соседи наши. Все. Да, это Денисовы соседи мои. Дай Бог вам здоровья. Вадик. Давайте все раздадим. Конечно. Все раздадим, чтобы ничего не осталось. Все раздадим. Да-д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 а
Тетя, подождите. Берите подарок мой. Бабушка, помолись. Что надо сказать? Спасибо. Спасибо. Пошли. Спасибо вам. Это соседи наши. Это Денис, а мама пошла. И Денис в больнице лежит. Ты весь город знаешь? И да. Все у Дениса родственники. Да, это мои родственники у Дениса. Дай вот тетеньке шоколадку. Девочка, возьмешь? Не возьмешь, а дай. Девочка, бери. Возьмите. Девочка, возьмите. Тетя, возьмите шоколадку. Тетя, бери, чай дома попьете. Наслаждаться будет. Красавчик. Вадик, я никого сейчас не подпускаю. Вадик, меня даже не били здесь дубинками. Не били? Нет, охрана уж. Вадик, чуть Ларискин плат не сгорел. Ночью, или тушили вчера. Вадик. Че? Раздал всем тайну.
Что тебе дать? Канитру. Зачем тебе это канитру? Под деньги. Под деньги? Да, я деньги. Людей прошу. Подожди, вот девушки, дальше кто нас? Девочка. Девушка. Возьмите. Вот, на, дай. Да не, он не побежит уже. Не успеешь, да? Да, она ушла работать. Может, тебе кошелек взять вместо этой канистры? Сразу кошелек. Не надо, кошелек гоняет, да кошелек. За кошелек гоняют? Гоняет полиция. Конкретно? Да, дочка берет деньги, с кошелька забирает. Это он технично понял, кучу себе делает. Красавчик. Днем рождения. Спасибо, Сережа. Спой песню какую-нибудь веселую. Сереж. Вот, подожди. Кайфуй. Бабушка, быстрее. Возьмите колбу. Дома попьете с чаем. Спасибо большое, дай Бог здоровья. Помолитесь, бабушка, за меня. Как зовут? Сережа, помолитесь. Помолюсь. Бабушка, помолитесь, поставьте свечку, перекреститесь. И дядь Витя мужик умер молодой. Все. Бабушка, 2 года ему будет, как постарше. Дядя Станец, это бабушка. Это дядь Витя, это бабушка. Соседка? Лечила меня больным. С глубокого, бабушка, ну, помни. Бабушка еще одна идет. Иди тоже вот. Здрасте. Тетя, здрасте. Бабушка, тетенька, возьмите. Спасибо, не надо. Возьмите. Берите, бабушка. Это на День Победы. Ну, спасибо, дай Бог вам здоровья. Бабушка, здесь военные стояли, и дочки, и прапорчики. Я видела, спасибо. На праздник, дай Бог здоровья. На день спасибо. Рождения раздаем. Просто. Спасибо вам. Возьмете еще что-нибудь? Да спасибо, я... мне стыдно. А это не стыдно, это же мы от всей души просто даем. Это же не то, что там берите. Помощь или еще что-то. Возьмите, что-то. Нет, хотите. А такое, моя хорошая, что-нибудь некалорийное такое. Да я же. А что это такое? Вот это можно? Можно, конечно. Ну все. Берите, все. Спасибо, дай Бог. Чаем попьете. Бабушка, берите, помолитесь. Спасибо. Всех благ. Помолитесь. И вам главное здоровье. Спасибо. Тетя, помолитесь приятно. За меня. Спасибо. Что Господь оберег. Хорошо. От жизни. Раздали всем. Нет, да всем. Что, раздавать. Удачи вам во всем. Спасибо, тоже. Очень приятно. Дядя, не делать. Пройдет этот шампунь синий. Конечно. Сказал шампунь? Да, принесите мне. Запомнил это название. Купите мне шампунь такие. Да, у меня 2 пузырька вчера. Вот так на меня смотри. Днем рождения тебя. Скажи всем подписчикам привет большой. Да? Да. Красавчик. Да, останется. Так, надо этот. Девочка. Подожди. Сереж. Поздравь дядю дагестанца с днем рождения. Дядя Дагестан, днем рождения. Спасибо. Пожелания ему сделай какие-нибудь. Счастье тебе и добром пожелания. Счастливое кавказское долголетие будет. Споешь песенку? Какую споешь? Кайфы, а рядом красотуля. Еще какую знаешь ты? Твоя фирменная. Тополиный. Ух, тополиный пух, жара. Я и фирменные знаю. Спасибо, Сереженька, спасибо. Вот это можно с тобой взять? Конечно. Конфеты. Дай кулечек мне. А мы тебе наложим в конце, не переживай. Не переживать. Конечно. Чтоб тебе переживать-то, зачем? У тебя же есть мы. Дядя Дагестанец, принесешь завтра шампунь? Конечно. 2 пузырька мне принесите. Принесем. И гель для душа принесем, да? И гель принесите. И мыло еще принести. И мыло принесите. Да. А и гель принесите. Может, тебе духи какие-нибудь, чтобы вкусно пах? А? Духи надо? Духи принесите завтра. Шанель Платинум Блу пойдет? Нет, не надо. Я уже пойду в армию. По армии не идешь? Не иду. Я не берут? Не берут. Зачем? Не надо, на лабораторию проверяют. По моче, по крови, кровь, свины, кровь, с пальца брали. Вон, даже черным шприцом брали, вон. И зеленым бабушка деньги за меня давала на шприц. Дядя Дагестанец. А шприц 500 рублей упаковочка. С иголкой зеленой. Я же тебе сколько раз говорю, хорошие темы тебе надо все время. Дядя Дагестанец, не беспокойтесь. Ты начинаешь
плохую волну по жизни. Но я же тебе говорю, переобуваться уже пора уже на... Дядя с криминала на юмор. На юмор. Конечно, надо смеяться, прикалываться, радоваться. Дядя Дагестанец, не беспокойся, все будет конечно, нормально. Конечно, я уже давно не беспокоюсь. Все нормально будет, Сержик. Всем раздали. Все, да как, еще будем раздавать сейчас. Тут у нас что только нет. Еще есть и есть, сейчас раздадим. Можно зайчиком поить какую-нибудь конфету? Что? Зайчика. Что зайчика? Затадить его, как его открыть. Давай я открою. Мать, теперь гоняют. Я тебе только что говорю. Дядя Дагестанец, меня уже не гоняет полиция. Ну, Вадик. Все, пиши, пропала на дочку уже. Второе заявление написали. Сажать будут на пожизненное, ее закроют. Ее закроют, типа, обезьянник посадят. Там такой обезьянник, через окошко дают. Там такая клетка. Там тоже. Возьмите шоколадный пирог. Спасибо. Спасибо. Девочка, девочка, возьми. Ну возьми. Я не ем шоколад. Никогда не надо брать. Не ест шоколад, да, она? Ест. Ест? Ест, она. А что не взяла? Можно вот этот киндер-шоколад взять? Да. Игрушки пойдут такие? Угу. Маленькие, сейчас я думаю... Детям, возьм... детям дадим. Да? Они играются. Тяжело. Тяжело. Тяжело сказать. Да, да, детям. Жарко, жарко. А, жарко. Жалко или жарко? Нет, жарко детям. Жарко будет. Да? Такие киндеры им жарко будет, да? Да. Жар пойдет, сразу потеет. Шоколад потекет на руках у них. Кидай, все. Дядя Дагестан. Вадик, он уже пьяный пошел. Вот это бабушке дай. Да-да-да. Уважаемая, уважаемая. День рождения. Соседи ночью не подожгли. Хотели поджечь соседей. Среди ночи хотели поджечь. Среди ночи. Не выдумывай. Я нервничал сильно. Такой шум, скандал был. Нервничал. Я нервничал. Успокойся. Такие матюки, такой скандал был. Я нервничал. Пойдем сам раз один. Сереж, поцелуй подписчиков. 5 подписчиков. Тетя, возьмите. Возьмите шоколад, у меня день рождения. Возьмите, возьмите, я от души даю. Возьмите. Ну, от души даем. И берут. Такое бывает. Это директриса Васина пошла пьяная. Заведующая. Так не говори никогда. Что точнее идут? Это директриса. Зачем баба на людей наговариваешь? Они не пьют. Не надо. Не надо, она с Рубанбовичем где-нибудь. А, мать. Ты врешь. Она Рубанбовича знать не знает. Ты, оказывается, врун, да? Нет. Как нет? А зачем ты придумываешь вещи про людей? Я вещи не говори никогда. Нет, я на скандал нервничал. Никогда не говори. Скупнил. Все, плохие вещи никогда не говори. Меня дядя Дагестанец. Такой был утро скандал. Они ругались, матюкались, такой скандал. Ночью был.
Я еле уснул. Я могу не уснул я спать, лег. Это что такое, ты рассказываешь? Вчера было? Вчера. Такой скандал, драка была. И забрали вчера. Такая драка ночью была. Сегодня точно? Вот, точно, в квартире в 2 часа ночи. Это не фильм был? Нет. Драка была. Скандали. Серьезно говоришь? Ты? Серьезно. Надо узнать, потом к маме подойти, узнать, что такое было. Все, не плачь. Я боюсь, что квартиру не подожгли. А ничего не будет, не переживай. Мы разберемся. Леш, передай привет всем подписчикам. Передаю подписчикам счастье. Ты любишь их? Люблю. Кавказского долголетия и счастья. Поцелуй их. Поцелуй. От первого поцелуя. Скажи подписчикам. Красавчик. Рукой махаю. Ага, молодец. Красавчик. Любишь подписчиков? Люблю. Люблю. Так она от души говорит. Кукуруза. Подождите, секундочку. Спасибо, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. С днем рождения. Так, мы ребенка успокоим. Будем. Кто у нас здесь плачет? Такая большая. А ну-ка, возьми. Оп, вкусняшку. И вот это тоже. Спасибо. Все, не плачь. Спасибо. Спасибо. Все. Вот так вот, да. Спасибо. Пожалуйста. Подождите. Вам тоже возьмите шоколадку. Ой, спасибо. Прямо дарили. Спасибо. Все, не плачь. Да? Спасибо, скажи дядя. Спасибо. Да? Денис, а вам мать помнишь, что Денис в больнице лежит? Помнишь. Я на транспорте катался. Давай, девочка. Спасибо. И кукурузу вы возьмите. Все. Возьмите мой подарок. Тетя, берите. Дома с чаем подждете. Спасибо. Помолитесь, тетя. Меня Сережа зовут. Я дитя у меня будет молодой. Царство небесное ему тебе. 40 дней будет. Царство небесное ему. Это женщина крестится. Молодая. Девочка, подойдите. Тетя, подойдите. Дай Бог здоровья вам, девочка, здравствуйте. С праздником вас. Вот, возьмите. Возьмите. Спасибо вам. Надали всем. Бабушка, возьмете? Да не возьмете, а надо отдать. Возьмите, бабушка, пожалуйста. Возьмите. День рождения просто сегодня. Чай попьете? Спасибо. 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 Тетя, дай Бог вам здоровья. Тогда люди. Бабу дайте. Вот бабушка. Здрасте, здрасте. Возьмите. Возьмите, у меня сегодня день рождения. Немножко осластить. Всех благ. Здоровья вам. Здоровья вам. Да? Соседи? Да вот, соседка. Ни бабушка не пьет, ни мать пьет, Наташа, косишься. А что попало, не говорите. Да, все пьющие. Вот, вот, вот это. Кулек дайте, а то все потает. Ничего не потает, не переживай. На солнце нельзя. Серёж, смотри, кайфуешь? Кайфую. Я квасом кайфую. Что, разбавляешь, что ли? Серьезно? Кайфую. Нет, не разбавляю. А я смотри, я... Бадик, я даже чай пью на ночь. Чай ли с тобой, чай ли с му пью. Пакеток, пачку чая пьем. А мы тебе дорогой сахаром пьешь? Все выпили, все. Ну, тот дорогой давали, я не помню. Все, все, дядя дагестанец, все допили. Да. Все, по пакету допили вчера. Смотри, надирает. А это что делаешь? Да, мы... А что это означает? Это кайф. Кайфовали. Вадик, и тебе кайфом будет. Давай.
Принесешь 10 пачку карандашей? Принесу. И... Это он натирает, колдует, понял? Нет, я не колдую. Нет, чтобы у тебя счастье было, кавказского долголетия. Спасибо. Удачи и счастливого дня. О, молодец, спасибо, Сережа. Красавчик. Деда Дагестанец. Да. Кто не хочет сегодня подходить? Как? Сейчас отдадим, не переживай. Не видно их. Как не видно? Сейчас найдем, вот вон, бабушка идет. Можно я бабушке это допить? Нет, нет, подожди, я отдам, а то ты сейчас напомнишь. Вон, бабушка. Бабушка, идите сюда. Бабушка. Да подожди, подожди. Вы что, не по телефону разговаривали? Ну, она по телефону. Никого нету сегодня. Никого нету. Все ушли. Да, все пропали, все. Нет, выходные сегодня. Сегодня выходной день, да. Сегодня у дяди Дагестанчика день рождения. День рождения тебя. Дядя Дагестанчик, можно забрать это? Давай шарики надуем уже. Не надо, лучше дома. Ну один. Не надо, а... меня гоняют потом. Ты на мое день рождения. Не, все, я не даю тебе. Дядя Дагестанец, дайте, я покайфуюсь. Нет, нет, ты не надуваешься. Надую крепче, дайте. На мое день рождения надуваешь? Надую крепче. Давай, давай. Покайфуюсь. Сейчас дам. Присаживайся. Покайфуюсь. Оп! Подожди, полтонны села на печенье, подожди. Дайте покайфуюсь. Сейчас подожди. Надует, даст тебе, Серёж. Не надо, я покайфуюсь там. Нет, сам надует. Сам надую, крепко. Да. Не отдаст потом. Нет, кайфоваться буду, маневрировать, я привык уже. Какого цвета будешь? Вот этого. Какого? Вот этого буду. Какого? Вот этого. Вот этот какой? Да, оранжевый надую. Какой, оранжевый? Оранжевый, давай. Да. Подожди. Ну, можно вскрыть? Да, я вскрою. На, вот. Вот это сейчас. Вот он. Давно, видимо, шарики не видел. Так, ну давай, с днем рождения. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. Спасибо, спасибо, Сергей. Дай мне. Подожди. Я дома надую кайфоваться. Точно? Точно, я дома кайфую. С днем рождения тебя. Наслаждаешься? Наслаждаюсь. Вот он, блин. Тебе для полного счастья шариков не хватало. Да. Оп-оп-оп, маневр. Нормально, дядя Дагестанец. Все нормально будет. Нравится? С днем рождения, да? С днем рождения. Балдейся. Балдейся. Красавчик. Маневр. Ты счастлив? Счастлив. Кайфуешься? Кайфуюсь. Бежи, шоколадку дадим. Тетя, возьмите шоколадку. Возьмите. А что это такое? Да просто, день рождения мы раздаем все сладости. Какой день рождения? Да не надо, не спасибо. Возьмите. Возьмите, она сейчас... Дали шоколадку. Бабушка, возьмите. Да подожди. Тетя, возьмите. Здоровья вам. Спасибо. Да. Придет дитеру пачку карандашей, цветник завтра. Принесем. И чай большой. Мама, чай попьет. Спасибо вам. Спасибо. Все, они это там штук 50 пакетов. Спасибо. Пакетами сначала. Спасибо вам. Дай Бог здоровья вам. Всем подписчикам скажи привет. Девочки, всем привет. А мальчикам? Хорошо бродить по свету. А мы поедем сегодня, вон мама у тебя. Мама! Мам! Все раздали. Мам, не ругайся. Она не ругается. Мама. Мама у тебя хорошая. Мамочка. Пожалуйста. Мамочка. На день рождения хоть эту маму сделать. Мы сегодня с ночевой, да, поедем? Мы куда поедем? В город?
сегодня в горы кайфоваться поедем. Не, мы как бы понимаем его. Дядя, жена может быть. Не надо, я не буду. Нет, да? Ехать. Не нельзя. Не, мы тебя поближе где-нибудь, когда будет там, потом летом. Летом. Поедем кайфоваться. Кайфоваться. А ну, фирмины для дяди Дагестанца. Тополиный пух, жара. Тополиный пух, жара. Тополиный пух, жара. Пока, Сереж. Пока-пока. Пока-пока. До завтра. До свидания.